Короче, 11:50, пятница, свобода. Я не знаю, что делают эти блядь, но они просто сделали охренительную пробку на свободе, ремонтируя непонятно что вообще, прямо на перекрестке. Мне вот сейчас очень интересно, короче, подъехать и посмотреть, что они делают. Красят бордюр или разметку? Вот что можно делать в час пик, в пятницу, на свободе, на перекрестке? Вот чем можно заниматься? Сука, они наносят знак «Осторожно, пешеходный переход». Спасибо большое! Спасибо! Тут еще авария, мать! Как здорово жить, блять, в этой стране, сука!